Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале про еду о еде. Сегодня я расскажу идеи для вкусного ужина. Нам понадобится 20 грамм сливочного масла, куриное филе, одна штука репчатый лук, половина луковицы. Все обжариваем до полуготовности, добавляем картофель. У меня было примерно 5 штук, я нарезала кубиком. Любые грибы, примерно 250-300 грамм. Жарим под крышкой до готовности. Общее время приготовления 20 минут. Не забывайте периодически перемешивать. По желанию можно добавить специи. Я подавала с соусом и легким овощным салатом. Отличная идея для вкусного и быстрого ужина. Всем приятного аппетита и спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!